Конкурентные преимущества нашей программы по сравнению с другими программами. Мы готовим специалиста в области политологии, а не в области, так скажем, преподавательской сферы. Магистр политологии получает достаточно значимый бренд Высшей школы экономики. Отсюда и перестройка программы, которую мы осуществляем для того, чтобы дать тот предмет, массив, который отвечает бренду Высшей школы экономики. И в данном плане мы включили такие предметы, как современное общество. Главная задача этого предмета – рассказать не о том, что думает наука об обществе, а о том, что происходит за стенами. За окнами аудитории, какие реальные процессы политические проходят, и не только политические, экономические, социальные процессы. Современный преподаватель школьный, он должен обладать некими навыками управления. Отсюда введение таких предметов, как менеджмент в сфере образования и ряд других предметов, которые позволяют выстроить новую траекторию движения карьерного для тех преподавателей обществознания, которые видят свое будущее, связанное с учебно-методической работой, с управляющими структурами как на уровне школы, так и на более высоком уровне. И третий момент – проблема ориентации современного преподавателя в том огромном, не побоюсь этого слова, массиве знаний, которые находятся в базах как закрытого, полузакрытого доступа, так и в открытом интернете, чтобы он понимал, какие базы следует использовать, какие не следует, где расположены основные ресурсы, как ориентироваться в ресурсах, в том числе Высшей школы экономики в электронных, в ресурсах различных ассоциаций, в том числе РАПН, в ресурсах университетов, в электронных библиотеках многочисленных, которые растут, как грибы после дождя. Это очень важный момент, на мой взгляд, потому что учитель обществознания в школе, плюс он одновременно еще, мы понимаем, ведет историю, может, какие-то еще дисциплины, классное руководство, у него нету физического времени для того, чтобы осуществлять долгосрочный поиск как в интернете, так и в библиотечных коллекторах. Поэтому мы тоже самое готовы помочь ему в этом плане.